Привет всем. Сегодня сходил в баню, очень хорошо так попарился, потом еще в очередной раз зашли. И веник у меня что-то высох. Обычно я делаю таким образом. Получается, как научили, плеснул воды на каменку в печку и веник сразу быстро поднес вот к печке. Получается, пар выходит и веник таким образом размягчает, и пар на веник идет весь. Но с маленьким отличием. Эту процедуру я обычно делал и руку все-таки на руку перчатку надевал, рукавицу. И рука таким образом защищена. Сегодня я, ну, не было там рукавицы, сделал ту же самую вещь. А что, какая разница? И сделал неаккуратно. То есть я плеснул, веник поднес, а веником-то я загородил выход пару. И таким образом пар куда ему деваться? Он во все стороны и на руку, соответственно. А руку-то я, похоже, еще держал тоже выше уровня, да? Если бы я хотя бы снизу поднес, то есть вот таким образом веник держал, чтобы вот вверх направлено. А я вот, ошибся. И смешной довольно случай. Ну, смешно. Очень смешная глупость. И по этому поводу решил все-таки видеоролик сегодня сделать. А библейские мотивы не хотелось сейчас, на потом откладывал, когда другие дела сделаю. Вот просто настолько смешно обжечься паром, загородив веником выход пара из печки, из каменки. Это настолько смешно. А почему это случилось? Причина – самоуверенность, гордыня – смертный грех. Часто Библию неправильно понимают, трактуют. Что такое смертный грех? Высокомерие, надменность, излишняя самоуверенность. Излишне был сегодня уверен, обжегся. Часто есть такие люди, спекулянты, трейдеры. Они излишне самоуверены в себе, совершают сделки с высоким риском, остаются, соответственно, с убытками. Чем выше уверенность, тем человек меньше видит своих рисков, меньше боится. И если уж тогда что-то случается, то случается капитально. Почему люди на трассе разбиваются? Разбиваются-то, как правило, не новички, которые с опытом вождения год-два, а люди уже несколько лет поездившие с опытом вождения. Люди уже уверенные становятся, идут на обгон, и вот тебе раз. Самоуверенность излишняя. Смертный грех гордыни. Вот таким образом. Что значит нужно делать? Это не стоит таким образом бояться всего и вся, да? Это другая крайность. Это я всего и вся боюсь, это я трус. А быть уверенным, но чуточку сомневаться, всегда допускать вероятность, что может быть. Самую малость сомневаться и быть уверенным. А самое лучшее всего, наверное. Всех вам благ, будьте здоровы, всего хорошего. Пока.